Приветствую зрителей канала Андрея Шульгина. 27-28 мая 2021 года в рамках выставки «Автотехсервис» будет проходить семинар на тему «Современные технологии диагностики и ремонта автомобилей», где я смогу поделиться с участниками своими знаниями и опытом использования различного диагностического оборудования, в том числе и прибора USB-автоскоп и диагностических скриптов. Семинар будет транслироваться в интернете в реальном времени, и я смогу дать ответы на вопросы не только участников, но и зрителей канала. Приглашаю вас посетить данное мероприятие или присоединяйтесь к просмотру видеотрансляции. Детальная информация находится ниже в описании. Там же вы найдете и бесплатный промокод для посещения выставки. До встречи на семинаре!